Ассалям алейкум! Сегодня мы с вами приготовим торт слойка. Для этого нам понадобится слоеное тесто, сгущенное молоко, сливки и мука для раскатывания теста. Раскатываем тесто и режем его квадратиками 4 на 4 сантиметра. Прокалываем тесто вилкой, чтобы оно не вздулось. Выпекаем наши коржики при температуре 180-200 градусов до золотистого цвета. А чтобы не терять время, приготовим крем. Для этого нам нужно взбить сливки со сгущенным молоком. Приступаем к сборке торта. Для этого мы выкладываем наши мини-коржики и смазываем их кремом. Наш торт готов, аж поплывался.